Мы так любим старые фильмы, что многим просто невыносима мысль о ремейке. Лучше уже не будет. Ах, вы еще и актеров хотите заменить? Знакомо? Ни слова больше. Сейчас расскажу о самых шокирующих переосмыслениях любимых кинолент. «День сурка с пастой и пармезаном». Как вам? В 2004 году итальянцы сняли свою версию культового фильма. Сюжет почти полностью скопирован, за исключением некоторых деталей. Так, здесь нет отсылки к февральскому дню сурка, как символу монотонной жизни. Вместо этого дело происходит в августе, а главный герой едет снимать репортаж об аистах. «Три орешка для Золушки». Спустя почти полвека выходит ремейк чехословацкой сказки. Мировая премьера норвежской версии состоялась 12 ноября 2021 года. Интересно, что Норвегия – одна из нескольких европейских стран, где классический фильм традиционно показывают каждое Рождество. В 2000-х на пике популярности были фильмы о том, как члены семьи меняются телами. Эту моду задал фильм «Чумовая пятница» с Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис. Но мало кто знает, что впервые ленту с таким сюжетом показали в 1976 году, и она имела успех. А вот про ремейк 2018 года вообще никто не слышал. И самая шокирующая новость: в Голливуде готовится к съемкам «Иронии судьбы» или «С легким паром». Режиссер Мариус Вайсберг отмечает, что картина будет содержать отсылки к оригинальному фильму. При этом он рассчитывает снять совершенно другое кино, сохранив атмосферу комедии Рязанова. Главные роли исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Льюис Танн и Мадлен Пейдж. А вам захотелось что-нибудь посмотреть из этого списка? Я с нетерпением жду «Иронию судьбы» по-американски. До новых встреч!